Добрый день, друзья. Сегодня у нас Huawei. Вот такая вот модель. 300-я, по-моему. Сегодня мы будем решать проблему с Wi-Fi. Очень частая проблема этого телефона. Заходим в настройки. Вот видим, да, Wi-Fi у нас черненький. Даже не включается. Пытаемся активировать. Но он ничего не находит. Сейчас мы будем решать эту проблему. Открываем телефон. Очень часто попадается в руки этот телефон именно с проблемой Wi-Fi. Чаще всего драйвер Wi-Fi оказывается мокрым, потому что он закрывается вот так вот крышкой, и вот через эти дырочки проходит вода. Wi-Fi, соответственно, перестает работать. Можно, конечно, промыть, а можно поменять такой вот драйвер, процессор Wi-Fi. Сейчас мы попробуем промыть. Потому что из 20 Huawei с этой проблемой Wi-Fi, то есть я только в одном там или в двух, уже не помню, я менял процессор. Все остальные вот здесь вот находится у нас. Снимаем камеру, вот мы видим, что здесь была вода. То есть видите, я не ошибся. Снимаем защитный край Wi-Fi. Экран Wi-Fi, таким образом можно его даже не отпаивать. Он вот так вот прекрасно снимается. Пожалуйста, если приглядеться, то мы видим, что сюда попадала вода. Не знаю, видно ли вам. Вот передатчик, вот драйвер. Сейчас мы попробуем все это промыть. Промывать будем техническим спиртом, изопропиленовым желательно. Таким вот образом. Хорошо промываем. Включаем фен, ставим порядка 350 градусов. Поближе покажу, чтобы было видно. Высушиваем как следует. Шейф, чтобы не мешался. Высушили. Не обязательно снимать плату, можно ее приподнять вот таким образом, добавить немного флюса.
тоже, чтобы вам было видно. Совсем немного, буквально нужно коснуться процессора, чтобы он немножко сдвинулся там на микроны. Закрываем. Шлейф. Ставим на место камеру. Открываем наш телефон, ремонтируем и смотрим. Загружаемся и смотрим, что у нас с Wi-Fi. Ждем. Где у нас Wi-Fi? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Все прекрасно ловит, прекрасно работает. И я вам говорю, друзья, таким образом я решил проблему вот именно на этом телефоне. Не знаю, 90% удачно, не обязательно менять этот процессор. Таким образом открыли, прочистили, согрели, сдвинули буквально на микронку. И, как видите, он начинает работать. Всем спасибо за внимание, я Дов. Собираем телефон. Ставьте лайки, кому это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. До свидания.